Бывшего начальника районного отдела судебных приставов в Магнитогорске признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. По данным Следственного комитета, осужденный с 2015 по 2016 год получил больше 400 тысяч рублей от местного жителя за покровительство при реализации арестованного имущества. И сделка могла пройти бы удачно для подельников, если бы не сотрудники ФСБ. Они раскрыли это преступление. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.